Всем привет! С Московской области мы пошли в лес за грибами. Сегодня 1 мая. Всех с праздником! Всем здоровья! Мирного неба! У нас оно сегодня красивое. Хотя ночью был мороз. Минус 3 градуса. Но сейчас утро раннее. Солнышко. Тепло. И мы пошли за сморчками, строчками. В общем, не знаем, что найдем, то вам покажем. Приглашаем вас с нами. Вот они. Да, только вылазят молоденькие, свеженькие. Но они так это, на мозги похожие. Вот они. Они вкусные, ароматные, первые грибы. Позапрошлым. В прошлом не было. Да. Да. И вот я сколько уже нарвала. Ага, но они очень тяжелые. Да. И они прям очень сильно увариваются. Куриное мясо. Вкусные, да, невозможно. Вот еще. Надо палочку было взять, под кучками смотреть. Вот я разгребла, и там сморчки. А то я... Ой, уже понаходила, походила по ним. Иду, я снимаю сейчас вообще. Ага. Вот еще. Ага. О, какие. Мозги. Да. Мозги. Вот еще. Побольше. Некоторые только-только вылазят из земли. А некоторые уже побольше. Сейчас. Где-то вот. Вот, только что прошла, не видела. Обратно развернулась, стоят. Наверное. Надо с другой стороны было заходить в лес. Снимаю. Ну что, ребятки, вот набрали мы грибочков. Хотелось бы, конечно, кошелку сверху, но не получается. Все они от нас попрятались. Ну, хватит. Первые дары природы. Мы счастливы и довольны. Сейчас пойдем их чистить, отварим и будем жарить с луком. Кому интересно, смотрите ролик до конца. Мы вам все покажем. Грибы надо хорошо обработать. В них очень много грязи. Много раз промыть. Отварить и вот так вот слить на друшлаг. Теперь можно жарить. Кто любит запекать, кто добавлять в какие-то блюда, в мясо, в картошку, мы просто на сковороде с жареным луком обжарим и съедим. Очень вкусно, вкуснее, чем куриное мясо. Всем рекомендую, бегом в лес за грибами. Всем пока!